Привет, друзья! С вами Дарика. Сегодня я покажу вам рецепт, который можно приготовить на завтрак 8 марта. Это вот такие блинчики, которые фаршированы тушеными апельсинами, яблоками и грецкими орехами. Начинка необычная, но очень вкусная. Вот такие продукты нам понадобятся для их приготовления. Блинчики получились. Давайте посмотрим, как они выглядят в разрезе. Вот такая карамельная сочная начинка. Обязательно попробуйте приготовить для своих любимых. Это очень-очень вкусно. Я поздравляю всех девушек и женщин с 8 марта. Желаю вам весеннего настроения. Будьте любимы и счастливы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всем очень рада, спасибо за внимание. До новых встреч, друзья!